Феодор. При рождении Ярослав во Святом Христе, тение Господне. А в 17 веке, конечно, уже лесные чащи отступили. И вот на этом месте, где мы сейчас находимся, Паевином обнаружил вместо краски драгоценной правой стороны за современным зданием губернатор. И даже хватило денег, чтобы технический вуз. Ну я поняла. Христианский собор сейчас является кафедральным, и мы его посетим. Что осталось от старого, от старых построек? Вот эти два белые дома в доме. Ну, вот сейчас какая-то мемориальная часть. Подобных не для Америки, с правого берега приплывали. Дебаркадер, сейчас это ресторан. А когда-то именно на этот дебаркадер в начале фильма «Жестокий романс» въезжает Сергей Сергеевич Баратов. К сожалению, обновляют. Каждый год острова, конечно, вся была домов. Посмотрите, низко, все каменные или полностью деревянные. Их отреставрировать денег нет. Проехали уже храм. Нам будем выбираться на центральную говорить. Потому что изначально Михаилу поступит в храмскую глубинку село. И... Главная площадь города Костромы. Ноябрь 2024 года. К этому знаку вот. Каждая арочка с ватом через дорогу. Чайное общество, резать красное кирпичное здание. Конечно, с правой стороны. Архитектор Степан. Отреставрировали, все начинает ходуном. Нет, нет, да, двойной праздник. Носки, покажу вам этот магазинчик. А, ну, после экскурсии время будет забежать. Вот мы, что еще, Венерчик? Да, старинный продукт из... Фото. Все, проходим. Пятый племянник Николая II. Палаты бояр Романовых в Батьевском монастыре. Город Кострома. Ипатьевский монастырь. Город Кострома, где венчались на царствование первые Романовы. Да, имени Юбилейной столицы России более 800 имена Ивана Грозного в Кострому. Другие же еще вместе с другими способными ребятами относятся.
А вот вам теперь вопрос на засыпку. А кто знает, где эта информация пригодится? Может, поедете как стать миллионером? Потому что телефон вы не снимете народа имя, имя отца. Видимо, это было очень как уважать. Равно как старики, так и мужики. Выезжаем из Костровой в сторону города Москва. Детская смертность была колоссальная.